кадетской морской школе-интернат имени Магомеда Гаджиева города Каспийска состоялись соревнования «Годинг строевой» среди образовательных учреждений муниципалитета. Стоит подчеркнуть, что в турнире приняли участие 15 школ города. Сегодня они покажут себя в одевании противогазов, разборке, сборке автоматов, в стрельбе и, конечно же, в строевой подготовке. Мы надеемся, что наши соревнования пройдут в дружеской обстановке, что дети между собой познакомятся, увидят возможности каждой школы, опыт. В ходе соревнований участников расформировали по группам и отправили на различные задания. Их цель в этих задачах – принести своей команде наибольшее количество очков. У нас запланировано 5 мест. Одно первое место, 2 вторых, 2 третьих места – это командные соревнования. Но, конечно, мы оценивать будем и индивидуальные. Это лучший ребенок, который больше всего подтянулся, или ребенок, который справился лучше всего на этапе сборка-разборка автомата. То есть будут еще индивидуальные грамоты. По результатам турнира команды, занявшие призовые места, получат грамоты и медали, а также призы в виде волейбольных, футбольных и баскетбольных мячей.